Один из степных пожаров попал на видео. Авторы этих кадров пишут, что горели поля на автодороге Абакан-Бия. Сами пожарные говорят, что во многих случаях виноваты сами люди. Напоминают, что разведение костров на полях запрещено. Сухую траву нужно убирать и вывозить, в том числе возле дачи домов. Пример в выходные показал глава Хакасии Валентин Коновалов. Опубликовал в Инстаграме селфи с уборки сухой травы и веток возле дачи. Напомнил про правила пожарной безопасности, собрал больше 6000 лайков и много комментариев поддержки. Пользователи оценили и улыбку губернатора. Прежде он редко публично улыбался.